Сейчас сместился. Да, я, наверное, следующим дублем попробую. Так, сейчас вползет в кадр сам Юпитер. Подождем немножко. Следующим дублем попробую снять Юпитер на момент восхождения Солнца. Да, экваториальные полосы вижу. Ганимед вижу, Европу вижу, Ио слева от Юпитера вижу. Да, уже, наверное, опять фотоаппарат разбил. На два фала, слишком длинная видеозапись. В начале файла, значит, озвучиваю, был снят Сатурн. А, я и Калиста вижу. Вот сейчас он будет прятаться за правую сторону экрана. Ну, у нас комплект. Ну, сейчас давай резкость попробую поубивать. В комментариях писал, ребята, автофокусировка. Это... не то. То есть все-таки в данном случае лучше все-таки худо-бедно, но самому пытаться навестись. Иногда попадаешь, иногда. Так это ветер шатает уже. Ветер шатает Юпитер, звучит странно, но... Наш газовый гигант, конечно, трясется из-за малюсенького ветерочка. 125 крат оптическое увеличение фотоаппарата Nikon Coolpix 5000 плюс 4-кратное цифровое. Да, полосы видны все лучше, чем больше поднимается над горизонтом. Юпитер, тем четче видны полосы. О, и спутники лучше видны. Вообще в окуляре я их четко вижу. Очень хорошо. Ну ладно, все очень хорошо. Визуально я еще Юпитер наблюдаю на небосводе. Сниму еще один дублик попозже, когда будет вставать солнце. 25 апреля 2021 год, Харьков, 5:08 по Киеву в Харькове.